Дорогие друзья, перед началом представления внимательно послушайте правила эвакуации при пожаре. При пожаре нужно воспользоваться планом эвакуации и пожарными выходами, обозначенными табличками зеленого цвета. В антракте обязательно посмотрите, где в фойе и в зале находятся эти таблички. Одна из важнейших задач во время пожара – защитить органы дыхания. Проще всего сделать это с помощью влажной ткани. Если увлажнить ткань нечем, подойдет и сухая. Сохраняйте спокойствие, не паникуйте. Паника и давка только ухудшат ситуацию. Не поднимайтесь на более высокие этажи. Двигайтесь к выходу. Не оставляйте детей без присмотра. Если в помещении наблюдается задымление, опуститесь как можно ниже. Внизу дыма меньше. При плохой видимости держитесь за стены или поручни. При возможности сообщите о происходящем по телефону 101. Не старайтесь спасать свои вещи. В первую очередь спасайте себя. Первое правило клуба. Доверяй своим силам. Второе правило клуба. Всегда приходи в клуб голодным.